6,5 миллионов рублей. Именно такую сумму нужно собрать, чтобы у города был качественный медицинский аппарат. Напомним, 2 недели назад в нашем эфире мы рассказали о пациенте городской больницы номер 2. Александр уверяет, боль, которую чувствуют пациенты с мочекаменной болезнью, сложно передать словами. Она в разы страшнее боли зубной. Людей в Братске, страдающих этим недугом, сотни. По словам специалистов, камни часто рецидивируют. Врачане становятся постоянными клиентами больницы. Чтобы лечение было более щадящим, без риска для здоровья, нужен специальный аппарат, который безболезненно раздробит камни. В больнице Александр познакомился с такими же, как он, пациентами. Вместе мужчины решили, деньги на аппарат нужно собрать. Даже при том, что жители города сбросятся какую-то сумму, данную сумму не наберешь. Если не будет поддержки администрации города и градообразующих предприятий, то успеха в этом деле не будет. Скоро Александр озвучит номер счета, на который можно перечислить любую денежную сумму. Сейчас мужчины консультируются с юристами. Если деньги наберутся, аппарат будет передан в дар больницы. А пациенты смогут бесплатно, а самое главное, безболезненно проходить нужное им лечение.